500 карат. У нее загар, как шоколад. У нее фигура высших сфер. У нее четвертый размер. У нее ноги аж от бровей. Все модели завидуют ей. Но есть один страшный изъян, и о нем она скажет сама. Ах, какая невезуха, абсолютно нету слуха. А кому какое дело, а мне бы дали, а я бы спела. Какая невезуха, а нет и голоса, и слуха. Не знаю, но так алгоритма, но говорят, есть чувство ритма, да. У нее в Москве много квартир, у нее богатый папа банкир. У нее на кухне много конфет и халявный выход в интернет. У нее есть машина Peugeot, не Мерс, но тоже хорошо. Но есть один страшный изъян, и о нем она скажет сама. Эй, ах, какая невезуха, абсолютно нет слуха. А кому какое дело, а мне бы дали, а я бы спела, да. Эй, ах, какая невезуха, а нет и голоса, ни слуха. Не знаю, но так алгоритма, но говорят, есть чувство ритма. И вот уже сколько дней мужики все ходят за ней. Ведь она уж не на том рубеже. 18 ей было уже. И каждый в жены готов ее взять. Но зачем-то опять и опять пианино подходит она и начинает играть. Эх, какая невезуха, не абсолютно нету слуха. А кому какое дело, а мне бы дали, а я бы спела. Ах, какая невезуха, а нет ни голоса, ни слуха. Не знаю, вода так алгоритма, да говорят, есть чувство ритма. Ах, какая невезуха, абсолютно нет слуха. А кому какое дело, а мне бы дали, а я бы спела. Ох!